Вечер трудного дня. Сгущаются сумерки, зажигаются фонари, и все видится в полутонах. Время живого концерта в программе «Полутона» на Радио 1. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз добрый вечер, девочки, мальчики любого возраста. Это Радио 1. Меня зовут Кирилл Кальян. Программа «Полутона», программа, в которой мы изучаем наполненный музыкой воздух. Сегодня у нас отдельный и очень, мне кажется, важный подарок для всех меломанов страны и также для всех наших радиослушателей. Сегодня у нас волшебная девушка в гостях. Ее зовут Анна Бутурлина. Это, я бы сказал, золотая, если не платиновая, надежда отечественного джаза. В общем, все от Игоря Бутмана до Алексея Кузнецова, который поглаживает свой стареющий Гибсон, но, тем не менее, закрывая глаза, говорит с восторгом об этой талантливой девушке. Мой давний друг и коллега Миша Иконников, автор программы «Джаз. Частная коллекция», также говорил мне, что из этой девушки еще много лет назад выйдет много прекрасного толка. Анна Бутурлина и великолепные ребята, которые сегодня сопровождают гордость нашей джазовой сцены во время нашей программы. И с радостью представлю этих прекрасных музыкантов. Алексей Бейкер у рояля. И добрый вечер, да, и Макар Новиков у контрабаса. Кстати, вот мы с Макаром говорили о том, что он третий контрабасист, который приходит на Пятницкую 25 и принимает участие в моей программе. Первый был Олег Усманов, второй Ли Рокер из Stray Cats, и Макар Новиков и очаровательная Анна Бутурлина. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я очень рад познакомиться. К тому же, не секрет, я знаком со многими музыкантами, но так случилось, что мы с вами познакомились по телефону на прошлой неделе, поэтому наша передача будет вдвойне интересна. Номер нашего... Притом, вы же знаете, я тот человек, которого интересует исключительно то волнение, которое происходит внутри человека, когда он занимается музыкой. Наш контактный телефон, дорогие друзья, 8 800 700 ровно 5898. Если вдруг вам захочется присоединиться к нашей уютной компании, 8 800 700 ровно 5898. Напомню, звонок для вас абсолютно бесплатный. Ну и прежде чем мы что-то сыграем, я хотел бы все-таки сказать и для истории вспомнить. Вот когда это случилось и что почувствовала, очевидно, это была маленькая девочка Аня, сквозь которую пронеслась какая-то джазовая нота или какой-то квадрат. И вот что случилось, когда это случилось и на что это было похоже? И это ощущение живо ли внутри до сих пор? Ну, вообще, я была уже не очень маленькая. Да. Я уже была такой состоявшийся почти молодой музыкант, когда джаз ко мне вошел на цыпочках, сразил меня. И я решила, что чем мучить свой голос академическими упражнениями, у меня тогда ломка голоса происходила, ничего не получалось, я решила попробовать петь джаз, и это настолько легко у меня получилось. Я подумала, ну, это же моя органика, зачем мне желать большего, это прекрасно. И просто влюбилась окончательно, эта музыка прям совершенно для меня оказалась подходящей во всех смыслах. Вот такие удивительные вещи случаются. Многие эстрадные певцы и певицы очень далеки от джаза, и на мой взгляд, и на взгляд любого соображающего, в принципе, в двух нотах человека, петь джаз — это не очень просто. Там все очень сложно, и нужно обладать большим количеством талантов, потому что, в первую очередь, джаз — это импровизация всегда. А уж если говорить про джаз, без джаза не было бы ничего, не было бы ни рок-н-ролла, ни буги-вуги, и вообще мировая история пошла бы совершенно в другую сторону, если бы не было джазовой музыки. Вот если бы все думали, как ты... У нас бы просто стадионы джаз собирал. Так. Но просто... я надеюсь, после сегодняшнего эфира это и случится. Так надо историю просто читать. В 21-м году прошлого века Чарли Монк придумал прохладный джаз. И это было новое ответвление, которое потом выросло во всю эту историю, заканчивающуюся до сих пор на группе Rolling Stones, которая, слава богу, до сих пор существует. Но, с другой стороны, музыка, друзья мои, это великая тайна. Сегодня мы, наверное, что-то все-таки узнаем про эту тайну великую. Ну и, наверное, надо что-нибудь спеть для того, чтобы наконец-то все почувствовали, что сегодня действительно будет волшебство в нашей уютной студии. Все это великолепие на волнах Радио 1 в программе «Полутона». Анна Бутурлина, ее мини-бенд сегодняшний, вообще она выступает с большим количеством музыкантов, но случалось, для да. создания более интимной атмосферы, потому что это единственное радиошоу в «Полутонах» вообще, в принципе, да. за всю историю радиовещания. Так что
сегодня все это случится. Но я хочу удивить в некотором смысле слушателей, потому что хоть мы и джазмены абсолютно с головы до пят, но мы делаем еще всякие эксперименты с русскими песнями. Например, вот песня «Морального кодекса «Я тебя люблю» сейчас прозвучит в нашей джазовой интерпретации. Так что слушайте нас на русском языке. Июльский полдень за окном, бродит меланхолия, легкий танец штор. Теперь все кажется мне сном. Фотография твоя на столе с тех пор. Я смотрю в упор на тебя. Золотая нить. Я помню все до мелочей. Аромат твоих духов не могу забыть. Как теперь мне быть без тебя? Концерт с Кириллом Кальяном.
Ух, вот это было очень здорово. Я, вот интересно, Мазаеву показывали с Кильдеем все это великолепие? Ну, да, они слышали. Потому что не только у Мазаева и его VIP-оркестра есть желание и возможность коверкать Уму Турман слева направо и справа налево, но и другие известные коллективы. А вообще, вот песни, которые вы перекладываете и даете совершенно другую жизнь, это просто любимые какие-то композиции или просто песни, которые, ну, не знаю, которые случайно оказались в вашем репертуаре? Никогда случайных не бывает. Не бывает. Я все должна любить, иначе я не могу по-настоящему это передавать со сцены. Не умею по-другому жить. В таком случае у меня сразу еще более сложный вопрос. Заодно мы узнаем, что ты за человек. Если ты не умеешь иначе поступать, очевидно, что в твоей жизни бывает очень много сложных дней. Я сам такой, я же сам вот живу эмоциями, понимаешь? Это либо вот полный взлет, либо уход под воду надолго и на какое-то время, чтобы никого не слышать, ничего не видеть и додумать до конца свою идею, свою мысль. Людям с такими убеждениями не очень легко живется, мне так кажется. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, в определенном смысле творческий человек не может быть компромиссным, потому что у него должны быть вот эти перепады обязательно, чтобы творчество бурлило. Если будет все ровно и мило, ну из чего он будет черпать вот это все? Откуда жили взяться вот этой вот звенящей струне? Наверное, так должно быть. Так что мне нормально, я люблю так, как я живу, мне нравится. Вот именно так и должны отвечать даже на серьезные вопросы очень талантливые девушки. Еще один вопрос, на мой взгляд, тоже серьезный. Скажи, пожалуйста, естественно, каждый художник, мы об этом очень часто говорим, практически в каждой программе вообще не интересуется тем, кому это нужно. Он просто это делает, потому что не может этого не делать. Ну, ты все сказал, это вот именно то, что происходит. Да. Я не могу жить иначе. В таком случае, Анна Бутурлина, живой концерт в прямом эфире на волнах Радио 1. Это то, что нужно этим весенним, но еще таким прохладным и немного морозным вечером. Что поем? Потихоньку. Ну что ж, сейчас прозвучит композиция, которая называется «Ходят кони» из кинофильма «Бумбараш». Мы ее тоже преджазовали. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою. А к речке не идут, больно берег крут. Ни тропиночки пологой, ни как же коням быть? Кони хочут
Вот и прыгну, конь буланы, с этой кручи окаянной. Эх, быстрая река, очень глубока. Живой концерт на Радио 1. Да, настоящее волшебство сегодня в уютной студии на Пятницкой 25 на волнах Радио 1. Анна Бутурлина и вместе с ней все это чудо Алексей Беккер у нашего рояля, уже проверенного времени. Мы, Макар Новиков на замечательном контрабасе со смычком. Я знаю, что у вас в ближайшее время, так как на серьезные вопросы ты отвечать не собираешься, считаешь, что джаз дается тебе легко, и ты абсолютно практически счастливый человек, и, как говорится, если бы еще стакан газировки и побольше бы тепла на улицах города, то вообще было бы, например, замечательно. У тебя состоится... Во-первых, конечно, вышла пластинка, как я понимаю, даже с каверами. Даже три. Да, вот так вышло, да. И теперь будет яркое событие, которое случится уже в апреле месяце, уже очень скоро, да, в Московском международном доме музыки. Да, длинное название. Должен тебе признаться, я последний раз там был несколько лет назад, мы отмечали день рождения Гидзе Агнидзе, и, как ты понимаешь, все случилось очень быстро. Что будет на этом мероприятии? Вот приглашаю тебя 18 апреля в театральный зал Дома музыки. Мы сыграем программу «Рок-хиты в джазовых обработках». Называется «Джазовый акцент. 2 часа рока». Мы будем играть рок. Опять же, все по любви, с чувством. Я просто взяла любимые свои песни с детства, которые там орала дома со щеткой в руке у зеркала. И сделала джазовые аранжировки на эти темы. Вот. Как это мило. Вот я бегал в детстве со шлангом от пылесоса, играл в радиоведущего, а она бегала со щеткой около зеркала. Да? Ну что, может быть, Битлов тогда коротенькую забацаем, да, коль дело такое? С удовольствием, да. У нас Битлов есть 2 песни в этой программе. Одну, кстати, аранжировал Алешенька, Элена Ригби, но ее сегодня мы не будем петь. Мы сегодня споем «Can't Buy Me Love». I can't buy me love. Love can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel so right. 'Cause I don't care too much for money can't buy me love. I'll give you to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. 'Cause I don't care too much for money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love. So
Полутона. Живая музыка на Радио 1. Да, это было очень здорово. Скажи, пожалуйста, ну, кроме, естественно, битлов, какие вот любимые рок-хиты? Просто назови хотя бы несколько композиций, несколько коллективов. Ну вот, например, я пару песен Синдереллы буду петь. Dead Man's Road. Ну, это же не детское дело тоже. Не детское, да. Буду петь Amazing группы Aerosmith. Буду петь Lay Your Hands on Me, Bon Jovi. Ну, у меня, конечно, такой подбор, как бы, можно сказать, рок такой красочный, да, красивый, женский. Но это будет настоящий рок. Вот Cats in the Cradle прозвучит, например, моя любимая Англики Джо. Такая философская. Ну, думаю, это будет действительно более чем интересно. Хотя репертуар-то, как, скорее, конечно, не женский, но для девушек, это точно. Вот есть песни для девушек, есть песни для мальчиков, да? Анна Бутурлина сегодня у нас в гостях. 8 800 700 ровно 5898. Мы прервемся на самые последние свежие новости. Не смейте переключаться, запомните, только мы умеем вас развлекать, информировать, а информируя, развлекать. Анна Бутурлина сегодня великолепный музыкант в нашей уютной студии. До встречи через несколько минут. Вечер трудного дня. Сгущаются сумерки, зажигаются фонари, и все видится в полутонах. Время живого концерта в программе «Полутона» на Радио 1. Добрый вечер, девочки, мальчики любого возраста, это Радио 1, меня зовут Кирилл Кальян, программа «Полутона», программа, в которой мы изучаем наполненный музыкой воздух, наш контактный телефон 8 800 700 ровно 5898, хотя я уверен, что вы же видите, какие талантливые, замечательные девушки в наше время поют джаз, и на вопросы на серьезные отвечать не собираются, и правильно делают. Это, собственно говоря, никого не касается. Алла Пугачева в начале 70-х все рассказала, во-первых, навру с три короба она сказала, а потом сказала, что... В любом случае, это никого не касается. Анна Бутурлина сегодня главная героиня нашей программы. Алексей Беккер у рояля. И Макар Новиков сегодня на контрабасе. Сегодня изучаем мои отечественные песни. Смотрим на них заново. Другим взглядом слушаем новыми ушами. А также рассуждаем о той музыке, которая действительно заставляет людей вытворять фантастические вещи на сцене. Есть какой-то предел, когда, например... Не просто заканчивается карьера, а просто уже музыкант. Вот я, например, вот из всех, кто мне честно в этом признался, только и то это был короткий разговор, не было передачи. Вот Нуно Бетанкурт из группы «Экстрим», да, он рассказал эту правдивую ужасную историю о том, как он с дуру опубликовал свою самую красивую песню «Move and Watch» и больше не написал. Вот так... она, кстати, будет в программе тоже. Вот ты представляешь? 18 апреля, да. А ты знаешь эту историю, да? Его, нет. Его все музыканты, Гарри Черен, в первую очередь уговаривали вообще ее не записывать, потому что, говорит, давай просто оставим для себя, потому что мы такой песни больше не напишем красивой. И случилась какая история. Значит, вышел альбом, стал, естественно, платиновым, вышла следующая пластинка, люди ее купили, но не нашли там даже похожей песни. Купили третий альбом, было очень много возвратов, и «Экстрим» как коммерческий проект, собственно говоря, был закрыт. Вот если у джазового музыканта такая ступень, выше которой он не может уже подняться? Или это абсолютная бесконечность, потому что, как мы сегодня убедились все вместе, самое главное, наши радиослушатели, я-то, в общем-то, слышал, что любую песню можно превратить в серьезное музыкальное произведение, даже самое безобидное, даже... Можно. Я пока вот, я не знаю, за других сложно сказать, но я своего предела пока не чувствую. Еще очень большое поле непочатых, так сказать, мечт и всяких там планов много. И можно вообще бесконечно черпать из источника джазовых стандартов. Ну вот сейчас мне интереснее вот заниматься чем-то рядом, вот русской музыкой, рок-музыкой. Поэтому, наверное, нет. К тому же те, кто пишут свою музыку, вот
как Алексей Макар, ты тоже ведь теперь пишешь, да, вот пластинку записал. Они вообще бесконечны, по-моему, потому что у них в голове что-то еще происходит, помимо того, что у меня происходит. Так что нет. Кстати, моя передача именно об этом, о том, что происходит в головах этих людей. Но вы знаете, несмотря на то, что я не самый плохой невропатолог на планете Земля, не все бывают со мной откровенны и честны. Чаще обычно поют и играют все более сложные и сложные песни, что, я надеюсь, сейчас и случится в нашей уютной студии. Анна Бутурлина, я прекрасный музыкант, и музыка, ради которой, наверное... Да и музыка есть наша жизнь, я всегда об этом говорил. Каждая песня соответствует определенному нашему настроению, определенному времяпрепровождению, определенному занятию, которому мы предаемся. Давайте играть, это волшебно. А вот что ты хочешь послушать сейчас? Из новой нашей программы или вот послушать еще русскую? У нас вот... Ты знаешь, я вот уже прям даже не знаю. Я... Хочу все, ты знаешь. Тогда все и будет. У меня совершенно нескромные запросы. Вот отлично. Могу честно в этом признаться тебе. Это хорошо. Я тоже, как радиоведущий, не знаю границы, не вижу их вообще. Края даже не вижу. Класс. Ну, мы, в общем, сыграем немножко ретро. Но это я так, в кавычках, так ретро. Так это замечательно. Александр Цфасман оставил нам очень много хорошей музыки. Но вот мы сейчас сыграем так, как мы ее слышим в сегодняшнем дне, в нашем 21 веке. Потому что у меня есть ты... Когда рассветом хмурым едва забрежет утро и улицы еще пусты, день чудесный, потому что у меня есть ты. Когда с утра тоскливо бормочет дождь ленивый, трепещут на ветру листы. За сумраком ненастным я вижу день прекрасный, потому что у меня есть ты. Всегда любовь моя со мною, с одним тобою пройдут года. Мне счастья большего не надо, чтоб только рядом был ты всегда. Готов ты с ветром спорить, готов ты сдвинуть горы, исполнить все мои мечты. И никого на свете, чем я, счастливее нету, потому что у меня есть ты. Только рядом был ты всегда.
Полутона. Живая музыка на Радио 1. Анна Бутурлина сегодня главная героиня нашей программы, потому что у меня есть ты. Кстати, эту песню можно послушать на нашей новой пластинке, как раз, которая вышла на фирме «Мелодия». И пластинка называется «Осторожно, музыка». Ее уже в iTunes можно купить. Кто не может взять в руки настоящую, тот может себе позволить купить в iTunes. Ну, хорошо, отлично. Прекрасная информация. Уверен, что большое количество людей обязательно заинтересуется этими работами. Ибо это даже не второе. Это какое-то совершенно другое восприятие. Сквозь призму дня сегодняшнего мы просто рассматриваем и изучаем какие-то факты жизни прошлого поколения, что вдвойне приятно. И это, мне кажется, очень-очень здорово. Ну, все Все-таки, надеюсь, на один-то вопрос вы мне все трое сегодня серьезно ответите. Мы готовы. В свое время, во время первого концерта в Москве, Джерри Ли Льюис, Денис Мужиков играл в первом отделении. Мне посчастливилось вести второй концерт. Первый вел Разбаш. И после концерта мы, конечно, подрезали, не по-детски. И у меня были достаточно длинные волосы. И он говорит, постригись. Я говорю, зачем? Он говорит, а что ты думаешь, рок-н-ролл — это длинные волосы? Нет, рок-н-ролл — это мужчины с короткими прическами. Это потрясающие, красивые женщины. Это большие, дорогие машины. И круглосуточное, безудержное веселье. Постригись, сказал он, сел в Кадиллак и уехал в Луизиану. Вот, что такое рок-н-ролл, мы приблизительно знаем. Потому что Чак Берри и Женя Хафтан говорили приблизительно что-то похожее. Что такое джаз? Вот как могут выразить это настроение, эти эмоции? Вообще, если уж говорить с точки зрения, конечно, музыки, вообще любая музыка — это просто эмоции. Это действительно настоящие эмоции. Это эмоции во время каких-то соляков, это эмоции во время каждого концерта. Это у нас почему-то у многих коллективов все концерты одинаковые. А вот для чего выпускаются фирменные хорошие концерты? Потому что на каждом концерте случается какое-то чудо. Что для вас это вообще джаз? Вот начнем с мальчиков. Ну, готовы? Давайте с мальчиков. Вы готовы? Ну, микрофону тогда... Помогите мальчикам с микрофонами. Раз, раз. Да. Но для меня, например, джаз — это свобода. Как бы самое главное, что есть в этой музыке, это свобода. То есть вот и все. Такое емкое слово. Скажи, пожалуйста, но ты знаешь, многие мужчины, особенно те, которые носят контрабас, уже привыкают к определенным сложностям. Иногда мечтают быть несвободными. С тобой такое случается, или пока еще ты не дошел до такого, до такой степени мастерства? Ну, дело в том, что любая свобода, как бы, она должна быть организована. Это же, как бы, неорганизованная свобода — это анархия, правильно? Поэтому, вот, собственно, что и в джазе происходит. То есть, есть какие-то рамки, но в них ты чувствуешь себя свободным. Получается, в общем, заколдованный круг. Без свободы нет любви, а в любви нет свободы. Сказал 28 лет назад Александр Борисович Градский. Что думает Алексей Бейкер по этому поводу? Что такое джаз для вас, Алексей? Я совершенно разделяю мысли Макара по поводу свободы и по поводу того, что есть рамки, конечно. Что же добавить вообще к этому? Джаз — это ритм, прежде всего. Это свинг, блюз и все, да, и все, все вместе. Ну, тут можно говорить часами. Это танцевальная музыка, конечно. Это, и это относится и к красивым гармониям, и, ну, прежде всего, это ритм. Так что потанцуем. Сейчас потанцуем обязательно. Я надеюсь, что так, именно так оно и случится. Вообще, в ваших словах есть очень много здравого смысла, и я вас полностью поддерживаю. Просто... Когда же это случится на таком значимом, большом уровне? Потому что всегда с джаза все начиналось, и практически джазом все заканчивалось. Имею в виду, начиная, что и с любого большого праздника, с любого даже времяпрепровождения. Да посмотрите, кого на свои дни рождения приглашают известные рок-музыканты. У них играют джазы. Джазменов? Конечно, у них, конечно, пока они методично нарезаются... У них, наконец-то, звучит нормальная, собственно говоря, и очень достойная музыка. Кто сейчас наиболее интересен вам, как коллега на московской джазовой сцене, вообще на российской джазовой сцене? Кого вы можете выделить из коллективов, кто из артистов вам наиболее интересен, с кем хотелось бы поработать и столкнуться на одной сцене?
Я работаю именно с теми, кто мне интересен, поэтому я с ними уже столкнутая вот уже давно. Эти люди перед вами, я не скромничаю и вообще не преувеличиваю, это просто абсолютная правда. Эти люди сейчас являются просто топовыми джазовыми музыкантами, прогрессивными со своими взглядами, со своими позициями, музыкальными одаренностями. В общем, меня полностью устраивает то, что сейчас происходит. Я счастлива, что они позволяют мне быть с ними рядом и находиться в то же время на своей волне, делать то, что я хочу. Они меня поддерживают. Спасибо вам, ребята. Вот так. Вот хотелось бы спросить, вот очень сложно работать с девушкой, потому что мне взрослые товарищи говорили, что чем девушка талантливее, тем сложнее с ней, собственно говоря, заниматься непосредственным делом, то есть играть музыку. Или это неправда? Ну, конечно, с девушкой не так все легко, как просто в мужском коллективе, да, но тем интереснее, вы же понимаете. То есть не соскучишься никогда. Хорошо, Анна Бутрулина сегодня в гостях, Алексей Бейкер, Макар Новиков на контрабасе. Давайте играть. Давайте. Ну, вообще, если честно, то про джаз, конечно, можно было бы сделать очень многочасовую передачу, потому что тема... А давайте сделаем джазовый радиомарафон, и мы прям вот включимся в процесс. Хорошая идея, но для начала давайте все-таки сыграем что-нибудь. Что это будет? А вот потанцуем как раз, да? Потанцуем. Вот сейчас мы сыграем такой красивый вальс, который написал Лайонел Ричи, и потом его перепели Faith No More. Эта песня называется Easy. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. And I'm leaving you tomorrow. Seems to me, boy, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I'm borrowed. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody chains on me? I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No, no, that's why. Sunday morning, yeah. And I'm easy. I'm easy like Sunday morning.
That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. Easy, 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 easy. Полутона. Живой концерт с Кириллом Кальяном. Анна Бутурлина сегодня у нас в гостях. Я тут задумался, что Лайнел Ричи написал на планете Земля несколько наиболее красивых, на мой взгляд, композиций, некоторые из которых стали вообще грандиозными хитами и принесли успех и славу не только Лайнелу Ричи, но и всем тем людям, которые умоляли и валялись у него в ногах с просьбой что-нибудь написать для них дельного. Кстати, вот из джазовых композиторов. Дело не о вас. Может быть, вы о ком-то расскажете? Скажите, действительно, кто интересен вам в данный момент, с кем бы, кто интересно пишет и двигается в каком-то направлении, в более интересном, кто, может быть, открывает какие-то новые окна и двери для того, чтобы замешать с чем-нибудь джазовую музыку и придумать что-нибудь эдакое? Макар, ну вот у меня вообще провалы в памяти. Ну, я девушка, мне можно, да, господи. А, вот. Очень мне интересна такая фигура, как Эсперанса Сполдинг. Она контрабасистка и певица. Она, конечно, делает что-то уже такое около джазовое, там, это поп, какое-то направление. Но это круто. Мне нравится то, что она пишет, и как она это преподносит. Это, конечно, здорово. Еще мне очень нравится... Джимми Каллум, такой классный парень, я просто умираю. Я была на его концерте настоящем. Я думала, я взорвусь. Он такой, он смешивает тоже вот такой звук попсовый, как бы саунд, ну вот как там он говорит, саунд, с настоящим нормальным джазом. Он играет на рояле очень клево, и поет, и танцует, и вообще носится по сцене, как ураган. Я считаю, что вот это то, что сейчас надо делать. Не надо оставаться в каких-то древних руинах. Уже джаз давно ушел из своего ретро-шкафа. Он уже вот он переоделся в джинсы, как я говорю. Так что надо идти в ногу со временем. Вот, кстати, вот хотелось бы тоже поинтересоваться, как вы считаете, какое будущее ожидается у нас в джазовой музыке? Будущее? Да, что будет происходить. Некоторые талантливые рэперы пытаются совместить не только рок-н-ролл с хип-хопом, но и теперь уже и джаз непонятно с чем. Хотя все это остается внутри того же знаменитого квадрата. Ну, вот вообще джаз настолько безграничен, и он столько позволяет. Вот Леша, например, он делает классические произведения в джазе. Леш, ты же Скрябина берет, Прокофьева. Это, может быть, звучит несовременно и слишком сложно, но, на мой взгляд, это просто обалденно. Если у вас будет где-нибудь в интернете строчка, что Алексей Бекер играет Скрябина в джазе, бегите на этот концерт, потому что я считаю, что нужно образовываться. Нельзя довольствоваться только вот этим топ-топ, да? Надо еще это, и на самом деле, работать. Правильно, очень хорошо. Я всегда очень радуюсь, когда мы популяризируем и пропагандируем хороших музыкантов. У нас 3,5 минут времени до окончания эфира, друзья мои. Ну, мы вас удивим самой популярной песней, наверное, нашей страны. Одной из самых популярных, так. Да? Мы сыграем сейчас. Я даже не буду говорить, мы просто сейчас запоем. Хорошо, хорошо. Нам бы всем на дно. Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.
Султана. Живая музыка на Радио 1. Во-первых, большое всем спасибо за то, что смотрели эту прекрасную программу. Анна, было очень приятно познакомиться. Вам успехов. Всем 18 апреля в Дом музыки, а также, мужчины, запомните, не оставляйте надолго одних, даже самых талантливых своих возлюбленных девушек, потому что они слишком быстро вас смогут позабыть при наличии таких прекрасных музыкантов. Алексей Бейкер, Макар Новиков, Анна Бутурлина, Кирилл Кальян. Мы растворяемся в этой пока еще морозной, но все-таки весенней ночи, для того, чтобы оставаться самыми счастливыми людьми на свете. Любите музыку и оставайтесь на волнах Радио 1. До встречи через неделю. Алексей Желанный, Виктор Сарычев, спасибо за звук. Кирилл Кальян, до встречи. Бай-бай. Вечер трудного дня. Сгущаются сумерки, зажигаются фонари, и все видится в полутонах. Время живого концерта в программе «Полутона» на Радио 1.